Сисли был самым последовательным из импрессионистов его преданности живописи на пленэре. Он лишь изредка увлекался рисованием фигур и, в отличие от Ренуара и Писсаро, находил, что импрессионизм удовлетворяет его художественные потребности. На протяжении всей своей карьеры Сисли оставался верен разделению тонов, переходным эффектам света, благодаря восприимчивости к атмосферным изменениям. Он рисовал на открытом воздухе тщательно все свои любимые места – Лувесиен, Марли-Леруа, Море, Сен-Мамес – с множеством деталей в любое время года и под изменчивым небом. Работая на пленэре над рисунком, он улавливал изменения времен года. Чистый зимний свет, в который была погружена сено, свежий ветерок яркого весеннего дня или тепло знойного лета. Сисли является представителем деликатных пейзажей, тихих, лиричных, чудесных, где свет неба тайно играет с водой, землей и воздухом. Он избегал городских пейзажей, индустриализации и человеческих фигур ради безмятежности и идиллического настроя. Небо, река, каналы, крутые берега, деревья и травы, дорога, мосты и шлюзы были главными элементами картин Сисли. Влюбленный в берега Сены, он много путешествовал в окрестностях городов Аржантей и Бужеваль, Севр и Порт-Марли. Знал их наизусть и стремился составить из них живописное и поэтичное изображение. На картине «Дорога в лесу» представлен край леса с густыми деревьями в левой части и плодовый сад в правой части, разделенные между собой диагональю проселочной дорожки и неровного забора. В зелени сада виднеется красная крыша деревенского дома. По дорожке с синими тенями, которая теряется вдали меж деревьев, идет женщина в светлой юбке с ребенком. В центре полотна молодое деревце с редкой растительностью, дрожа от легкого ветерка, выделяется на синеватой прозрачности неба. Представленный мотив прост и понятен зрителю. На картине нет лишних деталей, лес окутан светом. Угадывается атмосфера тепла. Оттенки зелени причудливо перешиваются в солнечном свете. Небо – непременный элемент пейзажа Сисли. Без неба они не существуют. Небо не может быть только фоном. Оно не только способствует приданию глубины своим пространствам, но и дает движение своей формой, своим расположением в связи с эффектом или композицией картины. В отличие от большинства работ, здесь небо занимает меньше половины холста. В изображении неба Сисли использовал сложные и разнообразные мазки кисти. Сисли восхищается изумрудно-зеленой травой, крепкими деревьями с густой листвой, спокойным небом, насыщенным молочными завитками. В этой работе проявляется яркая личность, раскрывающая способность видеть природу в деликатных и тонких декорациях. Он точно выразил эффекты, производимые листвой, восхитительно и тонко представил перспективу и прозрачность атмосферы.